Соревнования фельдшеров состоялись в Кургане еще в конце прошлого года. По результатам всего дня победителем среди специалистов учреждений здравоохранения в окружном конкурсе «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи» стал Роман Юхтанов, сотрудник Курганской БСМП. Он работает на машине реанимации, его график – сутки через трое. Смена длится 24 часа. За это время мужчина выезжает примерно на 30 вызовов. Иногда ему приходится брать подработки. Тут причина проста – недостаток кадров. Таким образом, естественно, в семье меньше находишься, уделяешь внимание меньше семье. Конечно, трудно, сложно бывает. Ну, что делать? Но у меня семья, жена тоже медицинские работники, тоже на скорой помощи. Так что мы практически вместе здесь трудимся. Конечно, это неудобно. Дома редко бываем. Стать лучшим в своей профессии среди достойнейших со всего Уральского федерального округа, несомненно, почетно. Как и решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства области. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждений, сформированных за счет всех источников финансирования. Медицинским работникам Зауралья будет увеличен должностной оклад на 25%. Как отметила директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, это позволит усовершенствовать условия оплаты труда и повысит эффективность деятельности работников системы здравоохранения. Александр Мироненко, Виталий Грызлов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».